Убрать электросамокаты с городских улиц или оставить? Такой вопрос задал подписчикам председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. В комментариях развернулась настоящая битва. К этому часу читатели оставили около 7 тысяч сообщений. Большинство за полный запрет самокатов, но немалое количество людей написали о том, что это не главная проблема в стране, и предложили сосредоточиться на других вопросах. В голосовании, которое спикер парламента проводит на своей страничке, уже приняли участие более 230 тысяч человек. И большинство из них высказываются за полный запрет электросамокатов. Напомню, недавно в Госдуме в первом чтении принят законопроект, устанавливающий штрафы для нарушителей электросамокатчиков.